Коллеги, с принятием закона порядок должен быть восстановлен, справедливость должна восторжествовать. Люди должны жить в спокойной обстановке, а те, кто любит горячительное, должны искать другое место для его приобретения. Об этом наш с вами закон. Надеемся, что коллеги из регионов отнесутся к этому ответственно. Мы тем более с вами говорили, что нам необходимо будет еще раз к этому вопросу вернуться в рамках правоприменительной практики, проанализировать, какие регионы воспользовались полномочиями, которые мы сегодня им делегируем, и как они у себя решают задачу, о которой просили наши граждане.